Добрый день, дорогие друзья. Вот две подружки в прайде Казановы. И особенно выделяется вот эта вот блондиночка юная. Напоминает Герду знаменитую, любимицу Олега Алексеевича, любимицу фотосессии в саванне, когда они еще были разрешены. Герда стала звездой. И вот эта вот красавица очень похожа. И кто знает, друзья, если бы не запретили прогулки, то, может быть, тоже была следующей звездой фотосессии. Ну а для многочисленных посетителей парка и для наших зрителей хорошо, что она в этом вольере, и мы можем полюбоваться ей вот так вот рядышком. Посмотрите, как на нее прилегла ее подружка. Что ж, друзья, всем большой привет от этих двух красоток из прайда нашего красавца Казановы.